Вчера, чтобы пошевелился. И его клешня, а жал у него в хвосте. Видите, какой грозный? Он способен часами ждать свою жертву, потом хватается своими мощными клещами, и самцов они сильнее, чем и самочки, и убивает. Ага. Если есть большое желание, большая храбрость, то можете сами это проделать. Нет, так просто... я с вас не отвечаю. Я понял. Да, это пауки. Их тоже я могу гладить. А я боюсь. А я тебе и не дам. Потому что от них аллергия страшная.